バカ。Всем привет! Продолжаем сегодня Underground Blossom. Небольшой квестик, хороший, интересный. Где мы там остановились? Ах, да, точно, ну вот, школьная улица, это наша девчушка, наша доченька. Все-таки нам ее втюхали, впарили. Не хотели мы забирать ребенка, но нехотя все-таки стали родителями. Ну, такова судьба, вот так обычно и получается. Ничего, мы возьмем на себя ответственность. Мы не слабые. Я сильная женщина. Я смогу вырастить ребенка. Я уже ее вырастила. Вот она какая прекрасная взрослая школьница. Someone stole my photos. Кто-то украл мои фотографии. Так, ничего, родная, сейчас найдем, не переживай. Ты знаешь, мать тебя в беде никогда не бросит. Так, что мы самолетик делаем? Так, самолетик сделали. Кто-то нашу девчушку там нарисовал не очень красиво. Арахис? Арахис пола подобрали, видать, у нас не очень хорошее семейное. Не очень хорошее финансовое положение. Вон приходится арахис пола доедать. Ну ничего. Так, билетики. Так, тут, видимо, надо будет какой-то пароль узнать. Школота. Наверное, отверткой. Да, отверткой. Сосиска. Первый раз вижу сосиску в консервной банке. Leave me alone. Отстань от меня. You look funny. Ты смешно выглядишь, блин, школьница. When is that metro coming? Когда этот поезд прибывает? Так, что у вас тут по кармашкам? Надо пошариться сразу у ребят. Не, мы не можем забрать, сережка у нее там лежит. Что тут еще интересного? Так, мать нашу, что там в прошлой серии? Мать нашу украл какой-то монстр, какое-то чудовище. Увез ее. Так, птичка. Ладно, не хочет птичка колбаску. Ой. Что? Извини, родной, не хотела. Помоги мне с моей книгой, я тебе кое-что дам. Так, школьные сплетни. Мои одноклассники. Джимми, Тесс, Алекс, Хэнк, Сэм, Джонни, Фрэнки, Бобби и Лора. Сэм любит Джонни. Тесс ненавидит сосиски. Фрэнки что-то украл у Алекс. Джимми аллергия на арахис. Лора всегда одна. Так, погодите, Лора... А, тут надо будет поменять имена. Потому что это точно Лора. Я знаю, как зовут мою дочь. Я ответственный родитель. Хотя бы это я знаю. Надо будет тогда узнать про них что-то. Чего ты от меня хочешь? Не умею свистеть, простите. Ненавижу школу. Блин, я тоже ненавидела в свое время. Ничего, ты перерастешь. Не переживай, дальше будет только хуже. Так, кучерявый любит с большой башкой чувака. Так, значит, то у нас вот кучерявый любит вот этого Алекса. Ну, или это не Алекс, вот этого с огромной головой, короче. Так, Сэм любит Джонни. Это тогда Сэм. А это тогда Джонни. Сэм и Джонни, вот они. У них любовь. А может, это девчонка рыжая? Может, я ее оскорбляю? Ну, блин, на пацана похоже. Когда этот поезд прибывает? Ну, реально пацан. Так, что там? Давайте-ка еще раз пробежимся по фактам интересным. У Джимми аллергия на арахис. У нас есть арахис. Мы можем предложить кому-нибудь из них. Бобби боится самолетов. Нет, это не он. Он не боится самолетов. Так, ребята. Самолет. Сосиска, арахис. Блин, никто из них не боится самолетов, ни у кого нет аллергии на арахис.
О, блондиночка не любит сосиски. Так, где это было? Тесс ненавидит сосиски. Так, это значит у нас Тесс. Блондиночка, это Тесс, она не любит сосиски. Так, с остальными этого любит рыженький. С этими все понятно. Так, ребятки, следственный эксперимент. Ну-ка, все быстренько пробуем арахис. О! Смешной какой. Тебе так даже лучше. Так, блондинчик. Да-да-да, я помню. Блондинчик-очкарик, у него аллерген на арахис. Это Джимми, значит. Ты Джимми. Кто-то еще боится самолетов. Надо кому-то предложить самолет. Темненькая девочка боится самолетов. Так, Бобби боится самолетов. Значит, это вот. Все отлично. Мы всех расставили. Дай мне арахис, я тебе кое-что дам. Так, а почему какие-то новые условия? Мы договорились изначально, что... У нас было одно условие. Я тебе помогаю с книгой, ты мне даешь кое-что. Ой, блядь, знал бы ты, где его взяла, чел. Так, давай, помогай. Дай мне самолетик, я тебе кое-что дам. Слышишь, ты что-то слишком много хочешь. Ой, тут у девочки уже паническая атака, я забыла самолет забрать. Слишком много хочешь, я тебе так скажу. На! Подавись. Дай мне сосиску. Ты, блядь, какой хитрый. Окей. Ладно, ты это заработал. Да я изначально еще это заработала. А ты мне тут новые условия выдвигаешь. Что еще скажешь? Дай мне денег. Дай мне часы, вот эти ваши семейные. Что тебе еще дать? Так, он собирается мне что-то дать, или он там самоудовлетворяется в штанишках у себя? Че, хорош, блядь, ну не в общественном же месте. Используй это с умом. Понятно, достал червя. Так вот бывает. Видишь, в этом метро какие-то приключения. Так, у нас есть птичка. Держи червя. Ох. Чмошник. Так, конфетка, линейка, сигаретка. Не, Удаль малой уже курит. Причем не абы чё, а прямо эти сигары. Это вам не Винстон по 10 рублей из ларька поштучно. Это сигары. Это уже все серьезно. Так, пароль у нас. Вот, это конфетка, это точилка и сигаретка. Что, мне не подходит. У нас есть линейка, может быть, их замерить все, типа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Конфетка 7 сантиметров. Дальше идет точилка. Точилка, раз, два, три. Точилка 3 сантиметра. Сигаретка, сигаретка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сигаретка 7. Нет? Не работает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Точилка. Раз, два, раз. Раз, два, три. Конфетка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, 6! Бля, как я 7 насчитала? 6! Очень интересный пароль. Ему всегда приходится с собой... Он даже, видимо, не курит. Ему приходится с собой таскать сигарету, просто чтобы не забыть пароль. Постоянно получать пиздюлей от родителей за курево. Бедненький. Он украл фотки нашей мамы. Попугай... И девочка. Что? Попугай и девочка. Рисует он отвратительно. Ему бы взять уроки у нашей Лоры. Thank you. It's all I've left of Это все, что у меня осталось от мамы. Спасибо. Теперь можешь уходить. Твой поезд 14.45. Спасибо большое. 14.45 у меня поезд.
Так, 45. 14:45. У меня аж билета нет. У меня нет билета. Блин, погодите, не уезжайте. А как мне по... Так, зажали. Зажали. Нет. Нет. Если вот по стрелочкам идти вправо, три вниз. Да, тогда нужно идти просто по стрелочкам. Куда, влево или вправо? Ну, влево, допустим. Два вверх. Вот, вправо. Одна вправо, один вниз. Два вправо, два вверх. Один налево. Так, один вниз. Вот теперь надо разобраться, как дойти. Наверное. Ну да, тогда прям направо, два вниз. Один налево, один наверх. Два налево. И... Гениально. Это гениально. Я думала, это будет очень сложно. Нет, все очень просто. Тикет, плиз, возьмите мой. Я готова ехать. Пока, Лора. Пока, мы еще увидимся. Всего тебе хорошего. Учись хорошо. В плохие компании не вступай. Ты умничка. Станция Птичий мост. Вот она наша хорошая, уже такая взрослая. Лора, привет. Мне нужно закончить рисунок. Серьезно? Мы с тобой столько лет не виделись. Ты даже не рада меня видеть. Даже не подбежала ко мне. Ты просто хочешь закончить свой рисунок? Вот так вот. Растишь детей, воспитываешь, а они потом даже никакой радости не оказывают при встрече с тобой. Чисто занималась своими делами и дальше занимается. А то, что мать приехала, ну это так. Да, это ерунда, конечно. Поэтому не завожу детей, они неблагодарные. Так, сосиска и карандаш. Я думала, это ластик, если честно. На, держи, заканчивай свой рисунок. Что, вот красный карандашик был. Да, это так, я вообще не так думаю. Я думала, карандаш был красный, матери волосы красные. Я думала, надо нарисовать. А в итоге у нас есть линия. Ладно. Так что это не работает. Еда и напитки. Сэндвич. 10, плиз. 50, пожалуйста. 10, пожалуйста. Good morning. Ой, этот мужичок с нами ехал в поезде. То он на работу, оказывается, ехал. Так, тут закрыто. Что это? Веточка. Так, а веточку мне отдайте. Я её уже нашла. Отдайте мне ветку, блядь. Не отдают. Что-то еще есть. Часы. Ну ладно, время я не знаю. Мужчинка играет. Хорошо, молодец. Так, по кармашкам. Моя любимая... Не, по кармашкам не дает полазить. Так, тут что? Тут как будто бы можно поддеть эту штуку. Нет. Rusty Lake Theater представляет. Красиво.
Так, у нее идут нотки. По-любому надо их сыграть у этого. Я не помню название нот. Короче, будет одиночная, двойная, тройная называться, не у нас. Это мое личное сольфеджио. Учитесь, пока я жива. Одинарная, двойная, тройная. Одинарная, двойная, тройная. Все просто. Это мы можем. Так, где у тебя тут что? Так, это тройная, двойная, одинарная. Вот. Одинарная, двойная, тройная. Одинарная, двойная, тройная. Да, у меня всегда был талант к музыке. Эй, родной, ты полегче. Ты хоть дыши. Что? Бля, тебе его почаще чистить музыкальные инструменты. Это ненормально, если честно, что у тебя там рыба с крючком. Так, рыба дала мне крючок. У меня есть линия. Там есть палка. Наверное, надо сделать из них, типа, да, сделать удочку. Знаешь, ну вот. На сосиску тогда лови. Ой, сейчас что-то вылезет страшное. Говорят, вообще в метро живут гигантские крысы, а в водостоке гигантские крокодилы. Да, вот гигантская крыса. Она живая! Она живая! Где она? Вот она, блядь, крыса. Спасибо, крыса. Это был Джерри, кстати, если вы не узнали. Тот самый актер из «Том и Джерри». Джонсон, мы ведем найм. Присоединяйтесь к нашей команде на фабрике птичьего корма «Джонсон». Гарантируем дружный коллектив, прекрасная рабочая обстановка, ежедневный автобус до станции «Птичий мост» в 5 часов. Ну, я так понимаю, нам нужно денежку заработать, чтобы похавать. 5 часов. Но это же не автобус, это же поезд. Ну, давайте все равно 5 часов поставим. О, мы сейчас с работягами, походу, поедем работать. Зарабатывать денежку. А, это ребятки приехали. Ребятки приехали. Ё-моё. А вон девку нашу прогнали, не дали посидеть ей. Я его уже видела. Кого из? Тут их до хера. Кого из них ты видела? Тут их много разных. Вы ищете человека в красной шляпе. Да, они все одно и то же говорят. Это женщина, я ее уже видел. Можешь купить ей кофе? И сэндвич для меня, пожалуйста. Могу, конечно. Мне... Так, кофе и сэндвич. Сэндвич. Then please. На. Дай-ка. Ну и что, ты зажопил? There you go. Ну, я уж испугалась. Деньги отдала. Then please. Кофе мне еще, пожалуйста. Можно побыстрее, я опаздываю. There you go. Спасибо. Так, он сказал ей купить кофе, да, вроде? Thank you. Пожалуйста. Чай дохлёбывай и уёбывай, как говорится. Так, мужичаре нашему надо сэндвич. Посмотри, я это есть не буду. Чего тебе уже не нравится? Что? Что? С червями! Фу, блин, ну вот я знала, что вот на вот этих придорожных всяких местах кушать нельзя. Фу, какая... Фу, ты что это съел? Ты с ума сошел? Ты бы еще с помойки поел, раз такой непривередливый. Червей убрал и все. Ты за это деньги заплатил. Ты должен был пойти ругаться и разбираться. Почему у тебя за твои, блин, $10? Это 1000 рублей. Думаете, за 1000 рублей бутер ему дали? Бутер с червями. Much better.
Другое дело, возьми эти крошки. Блин, ты такой был добродушный, такой щедрый парень. Спасибо тебе большое. Вы ищете человека в красной шляпе. Так, мне нужен человек в красной шляпе. Ребята, вот он мой хороший. Поговорите с моим коллегой с коричневым чемоданчиком. Проверьте мой карман. Очки. Человек в каске хочет свои очки. Так, человека в каске я видел, он там единственный прораб, походу, самый главный. Поговорите с высоким улыбающимся мужчиной. Вот он, красавец, стоит, улыбается. Проверьте мой карман. Кому нужен галстук? Вот нашему парнишке. Она меня помнит, и ему галстук, видать, не нужен. Какой-то несерьезный работник. А кем они на заводе все работают, что они все в пиджаках, просто вообще выглажены в красивых шляпах? Это, походу, все-таки не прораб, это вот один рабочий, и вот у него 10 директоров, 25 замдиректоров, 3 бухгалтера, 5 начальников, 5 замов начальника, и вот он один на заводе работает, и все остальные повелевают им. Поговорите с мужчиной в зеленом галстуке. Так, вы можете уже разобраться между собой? Сходи к тому, сходи к этому. Вы перепутали меня с моим близнецом. Твой близнец тоже в зеленом галстуке? Проверь мой карман. Зажигалка. Так, ну, это здорово. Вы куда? Ну, спасибо за зажигалку. Окурок в кофе, господи, что это за место? Я напишу на него отзыв на Тугисе. Так нельзя, блядь, сэндвич с червями. Кофе с окурком. Это что за отношение к людям? Это что за отношение? Мы подаем свежий сэндвич и самый вкусный кофе. Ты кому рассказываешь? Я уже видела твой свежий сэндвич и самый вкусный окурок в кофе, придурок. Ты что, не уехал? Псс. Сигаретка найдется? Ну на, вот. Хабарик чисто остался. Спасибо. Может, еще и зажигалка есть? Есть, конечно. Все для тебя. Спасибо. И последний вопрос. У тебя есть время? Ах ты, сука! Ах ты, сука! Извини, что ограбил тебя. Зараза, он мне только скрепочку оставил. Зачем мне эта скрепочка? Она меня помнит. Ну иди спроси, ты чего у меня-то спрашиваешь? Я откуда знаю, какие у вас там взаимоотношения? Скрепка, у меня есть скрепка. И зажигалка, и что мне с ней делать? Так, а что мне сделать? Так, скрепка. Черт его знает. Не, она все то же самое поет. Это мы уже видели. Так странно. Тут мы все забрали, тут все забрали. А, скрепкой, да, вскрыть замочек. Так, что это такое? А, нам нужно... Тут есть циферка, 587. В этих штучках есть вот... нужно время собрать из них. Так, вот... Так, это будет 5. Это будет 8. А вот это будет 7. Да, 192 теперь. Так, вот это будет 100.
Вот по-по-по-по-по-по. Так, где мне собрать 90? Так, вот так будет 90. И 2. Так, 361. Вы мне надоели уже. Чё, с первого раза непонятно, что я разобралась уже в этом? Так, единичку мы собрали. Так, 300. Шестьдесят один я, видимо, собрала, да. Так, что это? Включился звук. Ну звук, видимо, вот этого вот объявления. Одинарная, одинарная, двойная, двойная, тройная, тройная. Одинарная, одинарная, двойная, двойная, тройная, тройная. Хорошо, это мы сейчас сыграем. Одинарная, одинарная, двойная, двойная, тройная, тройная. Блин, чел, хорош, бросай курить, у тебя что-то с легкими. Ты же музыкант. И купи себе оборудование нормальное, у тебя там уже флора и фауна вся поселилась. Ой, ну наконец-то он решился подойти, а то так бы и стояло бы 100 лет. Птичка. Птичка на крошечке. Тройная, тройная, одинарная, тройная, одинарная, одинарная. Это мы сейчас сыграем. Так, еще раз. Тройная, тройная, одинарная, тройная, одинарная, одинарная. Окей. Лора Вандербум. Блин, у девочки у нашей явно травма. Вот если бы я была психологом, явно бы я по этим картинкам. Время. Минутная стрелка указывает на дерево. Часовая почти поймала темную душу. А, ну тут есть цифры, есть рисунки. Вот есть темная душа. Ладно, пойдемте сыграем мелодию. Сначала посмотрим, что там. А время уже в конце. Так, тройная, тройная, одинарная, тройная, одинарная, одинарная. Он, походу, там еще и комнату сдает посуточно. Блядь, чел, ты больной. Ты больной. Так, чё по времени, голубки мои? Минутная стрелка указывает на дерево. Часовая почти поймала темную душу. Так, дерево это 9. Дерево это 9. Темная душа это 4. Так, часовая у нас на 9. А это 4. Так? А нет, вот 9. Нет, что-то я не так поняла. Так, это 4. Минутная стрелка указывает на 9. Я поняла. Минутная на 9. Так, минутная на 9. А это около 4. Как-то так, да. Все, уезжаем. Нам тут не рады. Давай, поезд, на ходу запрыгиваем.
Ой, у вас уже моль завелась в костюмчике. Вы почаще бы его чистили. Хорошей поездки. Спасибо большое, спасибо. Станция Птичий мост. Пока, ребятки. Им даже пофиг, они им даже не помашут. Я в шоке с этого отношения к семье. Я ее приняла как родную дочь. А она мне даже на прощание не помахала. Только я и куропатка какая-то. Вот все, что осталось у меня в жизни. Глава 5. Перекресток сожаления. Перекресток сожаления. Что вы тут, голубочки? Боб, ты должен уйти. У каждого из нас свой путь. Пожалуйста, оставь меня позади. Твой поезд отходит в 4. А чего? Чего не сложилось, не получилось-то? Почему? Часики. Так, тут замочек, разберемся. Вот он, уродец. Верни мои вещи. Так, время надо будет узнать. О, курятина со мной ехала в поезде, я запомнила. Так, расходятся наши хорошие. Грустно, конечно. Интересно, что у них случилось? Боб, ты должен уйти. Очень жаль. Очень жаль, Боб. Мне тебя правда жаль. Что, наверное, тогда здесь остановимся, продолжим следующую серию. Это как раз 2 станции, получается. Вот 3 серии, в каждой по 2 станции, чтобы было равномерно. Чтобы долго тоже не затягивать. Ну что, будем прощаться. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.